Сербские ели за год могут вырасти до 35 сантиметров вверх и 15 сантиметров в ширину. Они неприхотливы и устойчивы к переменам погоды и заболеваниям. Прошлой осенью в парке Зернова посадили около 50 таких елей. Этим летом деревья стали чахнуть. Некоторые ели начали засыхать. Возможно, как специалисты сталкиваются с такими проблемами, говорят о том, что просто-напросто при посадке ели не выдержался режим их заглубления. Возможно, были повреждены корневая система самой ели. Это все может приводить к тому, что ель начинает погибать. Также Антон Савин предположил, что при посадке ели их корни находились открытыми дольше 20 минут, что категорически противопоказано в случае с этими деревьями. Чтобы вернуть ели к жизни, сотрудники парка начали их удобрять. Были предприняты попытки по их удобрению, да, калийно-фосфорными удобрениями. В жару их отливали, да, не менее 12 литров на корень было вылито. Но, к сожалению, эти попытки пока к результату положительному не приводят. Ель все равно продолжает погибать. В парке засохло уже 4 дерева, но убирать их сотрудники парка пока не торопятся. По словам Антона Савина, ели подлежат вырубке только после того, как специалисты лесного хозяйства признают их погибшими. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.